Всем привет! Приехал я, где я косил. Сегодня у нас понедельник. Понедельник. Сейчас я вам покажу, сколько я здесь скосил. Приехал посмотреть траву. Косил я это дело все в субботу. Здесь вчера был дождь. До обеда лил очень сильный дождь. Очень сильный. Так что вчера она не сохла. Сохло это вот в субботу маленько, и тут вот после обеда, когда я скосил. Вот такая трава. Вот сверху она начала подсыхать, снизу она еще живая. Еще вот видно, она сырая. Хочу после обеда приехать и поворошить сено. Поворошить сено для чего? Поворошить сено для того, чтобы его поднять. Зацеплю грабли, ворошилки свои, те, которые я в прошлом году купил. Сверху-то оно и само собой высохнет, но его когда поворошишь, она поднимется, она оторвется от земли после обеда. Вот так вот. Так, сейчас покажу, сколько я скосил. Да, вот еще такое, друзья мои, замечание, или как это сказать, здесь на днях услышал свой адрес от одной девушки, такой комментарий, говорит: о, парень, да ты богато живешь вообще в городе, это, в деревне, у тебя есть вот такой мотоцикл, мопед, ты знаешь, сколько он стоит? Я говорю: да, девушка, знаю он, сколько он стоит. Нам в деревне живущим, держащим свое какое-то хозяйство подсобное, без такой техники никак не обойтись. Или мопед, или мотоблок, или что-то еще такое нужно обязательно. Сел, куда-то надо быстренько доехать. Вот это поле расположено примерно тут, ну, в километре от деревни, ну, чуть меньше, может быть. Сел, доехал, приехал. Вот, самая техника. Ну, можно на велике. На велике, может быть, будет полезительнее для здоровья, но будет немножко дольше. Так что стоит эта вот штука 30 тысяч. Сейчас, может быть, больше, может быть, меньше. Но без нее никак. Сел – это экономия времени какого-то своего. Угу. Вот оно, я сейчас поднял ее. Сыроватая. Ну, надо поднять для того, чтобы поворошить, перевернуть это сверху до низу. Косилка ложит это все в волки. Волки, во-первых, они усыхают, во-вторых, дождиком немножко прибило. И здесь все равно ее, по идее, надо, если косил сегментной косилкой, то она, это бы можно было и не перебирать. Она бы равномерно лежала, сегментная косилка равномерно ложит. Но ставит еще на роторку винт, который раскидывает это все. Но у меня такой нету. Это все винт специальный там для раскидывателя, стоит отдельных денег. Несколько там. Не знаю, сколько стоит, но я видел, что продают, ставят сейчас дополнительно. И это все раскидывает. И она уже тогда в волок не ложит. Угу. Ну, вот. Вот это поле где-то примерно, ну, метров 100-150. Вот отсюда, где я стою. Ну, тут метров 30. Ну, не 30 тут метров. Ну, 25 будет. И вот так вот. 150, вот так вот, или 200. Ну, и так вот на 100. Ну, примерно прямоугольник там. Ну, да, пусть будет 150 на 100. Ну, даже, ну, на 100 не будет, но тут метров 60, вот так вот. Вот. 60 на 150. И там вот тот закоулок. Сейчас сяду на мопед, проеду, вам покажу. Здесь трава была маленькая, здесь маленькая трава, там гуще трава. Вот это поле, я его косил, вот этот охват, он более-менее ровный. Вот там в конце есть канавы такие вот. Но более-менее вот так я ходил, вот видно все эти, более-менее нормально.
Нет, вообще-то, друзья мои, здесь будет не 150 метров, тут все будет 200. 200-250, наверное, метров, вот так вот. Вот тут вот ложбинка, тут она более-менее ничего, травинка была. Но она вот сыроватая. Я не знаю, камера не передаст, наверное. Ну а что не передаст? Блестят тут. Тут еще она еще стала только. Ну, воды нету. Но трава снизу, она живая. Ну что тут один день? Полдня даже, полдня. После обеда, короче, надо приехать, поворошить это все. Поворошить, поднять его, и будет это все нормально. Угу. Вот так. Ну, а там вот, там где-то примерно 60, метров 60 будет. Но они закоулки, где-то больше, где-то уже. И там она чуть-чуть, трава лучше местами, потому что там логов больше. Логов больше, она как-то получше трава. Сейчас доедем на мотоцикле. Доедем, доедем, доедем. А тут вот клеверок. А клеверок даже совсем живой еще. Зеленый, зеленый. Ну что, он даже не высох. Не высох. Вот. Хотя это косилось вот. Зеленый еще живой. Вот оно. Вот там закоулок, закуток. Там закуток.